What's up, beautiful people? It's your boy Gideo, and I'm back again with a new video. Today we're going to be checking out another response video you requested for. This one is by Mariana Nomova or Naumova. I'm sorry if I'm calling the name wrong, but yeah, it's a response to Arnold Schwarzenegger, and a lot of you requested for it, so I trust it's gonna be good to bring to the channel. I'm ready for it. Without wasting your time, let's get to it. Schwarzenegger, я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире Arnold Classic в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд. Вы Шварценеггер. Я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире Arnold Classic в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжив штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, расспрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне таким чутким, добрым и умным. Вы оставили мне автограф на рукаве вашей фирменной куртки, и она осталась у меня на добрую память о нашей встрече. Установить этот рекорд, выжать тяжеленную штангу в тот раз было для меня делом чести и огромным. It's amazing how they start these speeches with, should I say, appealing the emotions or enticing the emotions before they get to the point. But anyways, let's keep going. Я везла для вас, господин Шварценеггер, письма и фотографии о детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не смогла спокойно сидеть дома в Москве, когда Украина объявила Донбассу войну. И когда для моих ровесников с Донбасса школьный звонок означал не только веселую перемену, но и начало обстрелы и бомбежки. В каждой школе, где я выступала и общалась с ребятами, я рассказывала в первую очередь о вас, о моем кумире и в спорте, и в жизни. Обычный мальчик из бедной австрийской семьи стал известнейшим спортсменом, затем киноактером, затем политиком. И все это благодаря спорту и целеустремленности. Конечно же, все знали и смотрели ваши фильмы. Я рассказывала ребятам, что весной 2015-го я снова еду в США на соревнования и, возможно, увижу вас. Ребята, обычные школьники из Луганской и Донецкой республик, начали писать письма и слать фотографии с просьбой передать их вам. Они рассказывали терминатору, как живут на войне. Просили помощи, просили самых простых советов. Как в таких тяжелых условиях заниматься спортом, как развиваться, как стать успешным человеком. Ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить. Я распечатала фотографии, перевела письма, передала вам конверт и сказала: «Арнольд, я недавно была в Донбассе с гуманитарной спортивной миссией. Там идет война, и дети, школьники просили передать эти письма для вас. Вы сказали тогда: «Украина, да-да, я знаю, я посмотрю, я буду работать над этим». И передали конверт своему помощнику. Господин Шварценеггер, я посмотрела ваше обращение к россиянам. Очевидно, вы не работали с теми письмами, которые я вам передала, хоть и обещали. Вы замечательный мотиватор, спортсмен и актер. I get why she actually started with the introduction. Yeah, so in the letter that was sent to Arnold, I don't want to call the last name. It's not like I'm trying to disrespect the man, but I don't want to pronounce the last name because I don't want to ruin it. But in the letter that was sent to him, I feel like the kids probably wrote their pain, you know, to send it to the strong man or the person they assume is the strong man who can rescue them, which is Arnold in this case. So the build-up actually makes sense. Актер, вас действительно любят в России, но ваше обращение основано на какой-то другой придуманной реальности. Так часто бывает в кино. Но правда о том, что было, Арнольд, она в письмах, которые с 2015 года лежат у ваших помощников. Настоящая реальность, Арнольд, на Аллее Ангелов. So the sense of all these letters is being kept away from him. So let me just take it back a little bit. I don't want to miss anything. Но правда о том, что было, Арнольд, она в письмах, которые с 2015 года лежат у ваших помощников. Настоящая реальность, Арнольд, на Аллее Ангелов в Донецке, где каждый может прочесть имена детей, которых убили пули и мины украинской армии. Реальность в том, Арнольд, что ваш терминатор не только не защитил, не помог, не спас детей Донбасса, но даже не прочитал их писем и не разобрался. Господин Шварценеггер, я с 2014 года больше 20 раз побывала на Донбассе.
в самых горячих и страшных местах. Я посетила более 120 школ, пообщалась с тысячами детей, провела больше сотни детских и спортивных мероприятий. Хотя обычная русская девушка, а не железный бесстрашный воин-терминатор, вы рассказываете в своем обращении о вашем отце, который не любил русских и который в рядах нацистов пришел с оружием на мою русскую советскую землю. Вы говорите о том, что на Украине нет нацизма, и о президенте евреи, и о том, что русские бомбы сейчас якобы уничтожают Украину. Арнольд, иногда очень сложно разобраться, находясь в тысячах и тысячах километров от нас. Но у вас же где-то с 2015 года лежат те самые письма и фотографии. Да на самом деле вы могли просто приехать и увидеть все лично. Вы же смелый человек. Mm-hmm. Если приезжали, например... That's what I said in the last video, right? Anybody who wants peace should probably visit Donbass, right? That is not a bad idea. I know he's brave, like she said. I believe he's a brave man, right? Go visit. If she's telling the truth, you find out. If she's lying, you also find out. And also, this young lady, her composure is out of this world. She's not angry, perfect tone, well composed the way she's, you know, expressing herself. Yeah, I like her bravery too. К американским солдатам в Ирак учили их тренироваться и поддерживать форму во время операции «Буря в пустыне». Я не спрашиваю, Арнольд, что делали тогда ваши военные в Ираке и зачем вы его разорили. Наверное, вашему правительству виднее. Но я хотела бы напомнить вам, один раз ваша семья уже была обманута нацизмом, и ваш отец пришел с оружием на мою родину, убивал и калечил моих соотечественников. Именно эта ошибка была причиной вашего бедного детства. Именно из-за этой ошибки ваш отец не любил русских до конца жизни. Гитлер тогда получил по заслугам, но спустя столько лет его идейные наследники опять поднимают голову. Я хотела бы напомнить вам, что когда-то и вы сами восхищались Гитлером, в чем потом долго раскаивались. Но те, кто на Украине восхищается пособниками Гитлера, такими как Степан Бандера, далеки от раскаяния. Захватившая власть на Украине Бандеровщина рушит памятники советским воинам. Улицы украинских городов называют именами нацистских преступников. А народу Донбасса, который был не согласен. So they renamed the names of the streets after Nazi criminals. These are important details. Like, just keep it in mind, bury it or write it down. These are important details. Государственным переворотом объявили войну, которая за 8 лет унесла более 14 тысяч жизней одних только мирных людей. А то, что господин Зеленский, как вы говорите, еврей, им не помогло. Нацизм не имеет национальности. Нацизм – это не от слова «немцы», а русофобия – не лучше антисемитизма. Помните, как во второй серии «Терминатора» в «Судном дне» ваш герой отправляется в прошлое, чтобы не допустить создания Скайнета, который будет виновен в гибели человечества? Специальная военная операция России не имеет цели уничтожить украинский народ. Она направлена на неонацистский Скайнет, который за эти годы полностью подчинил себе Украину и вот-вот мог превратиться в неуправляемого монстра, опасного для всех соседей, не только для нас. Господин Шварценеггер, найдите и перечитайте те письма, которые дети Донбасса писали вам в далеком уже 2015 году. В самое ближайшее время я снова собираюсь посетить школы Донбасса. Арнольд, я уверена, там не страшнее и не опаснее, чем в Ираке. She says she's gonna visit the Donbass schools. Are the schools in Donbass still functional? Yeah, let me hear that again. You see, in the very near future, I'm going to visit the Donbass schools again. So are the schools still Arnold, open? Я уверена, там не страшнее и не опаснее, чем в Ираке. Я приглашаю вас увидеть все своими глазами. Не вставайте на сторону Скайнета, Терминатор. Вам ли не знать, что добро должно быть с кулаками? Господин... All right, that was a response to Arnold Schwarzenegger, and it's by Mariana Naumova. First and foremost, she's very brave and very, very well spoken, you know, very confident, not shaken, not emotional. Yeah, she's a soldier right there, very brave. And about the point, something I always find, or something I find very interesting, like I said in the last video, a lot of people don't really understand what might be going on in Donbass, but I urge people, you know,
visit. If you think this is a lie, go there and see. If you're brave enough, go there and see, right? Because people, it's hard to explain vocally to people or tell people this might be going on, showing videos, especially in the world where the internet and the media is so diluted right now. So if you tell somebody that this is going on and this is why, they're like, oh, it's a lie. So if you have a doubt in your mind, you can visit, you know, go in there, stroll, see what might be going on, speak to the people. There are a lot of YouTubers who travel, you know, travel as well, go there and see, ask the people. And also a lot of people that talk about peace or how to bring a settlement or amicable settlement. Go to Donbass, see what is going on. If it's a lie, you'd see it's a lie, right? If it's true, you also see it's true. So yeah, she said she's been there 20 times during the combat. And this is a young lady. So if she's brave enough to go there, then we can all go there just to go, you know, see. But that was a nice video. Let me know what you guys think of it. And if you have more ways on how this problem can be looked at or resolved or different perspectives, talk to me in the comment section. This is the end of this video. I don't want to keep it longer, but this is the end of this video. Don't forget to smash the like button and subscribe if you're new to the channel. I'll see you on the next one. Have a wonderful day. Peace.